Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре проект. Это зарубежный проект по заработку криптомонеты USDT. И в этом проекте нам дают возможность зарабатывать абсолютно без вложений. Это испанский проект. Значит, называется publicextra.com. Как-то так. Значит, по регистрации. Здесь вот регистрация на латинице, как всегда. Я переведу на русский и покажу. Пишите свое имя, номер телефона. Страна у меня встала по умолчанию Россия сразу. Адрес электронной почты. Прописываете пароль. Ставите капчу. И кликаете зарегистрироваться. Пишите все как бы на оригинале. Вход по имейлу и паролю. После вот такая фигня у меня выходит, что сессия вышла. И я кликаю на нее. Вот почта. Сейчас мне загрузится, наверное, долго было. Сейчас перезагружу. Ну, что-то зависло. Обновила я страничку. Ну, что-то зависло. Как видео писать, так всегда что-то виснет. Так, после, как авторизуемся, мы попадаем вот на такую страничку домашнюю. Нам при регистрации дают бонус в размере 10 монет USDT. Вот у меня 13 USDT, у вас здесь будет 10 криптомонет. Это бонус. Вывести их нельзя. Мы это понимаем, да? А то начнут писать. Можно как вывести бонусные? Никак. Вот это баланс вывода. Здесь, ребятки, все предельно визуально просто. Ничего сложного нет. Значит, это домашняя страничка. Это бонус. Баланс. Это баланс вывода. У нас VIP 0. Реферальная ссылочка сразу. У меня два реферала. Зашла я туда, сюда вчера поздно вечером. И что нам нужно делать? Все просто. Вот сюда. Вот эта домашняя страничка посередине вкладочка. Вот сюда кликаем. Это заработок наш. Я не знаю, почему у меня стало 13 монет, но у меня было 10. Вот этого я, честное слово, я зайдя, я сама удивилась. Вот. Значит, и вот это наш заработок. Значит, это майнинг. Это баланс вывода идет. А это баланс майнинга. Значит, но прежде чем майнить, вам скажут прописать адрес кошелька. Вот. Опять проблемка. Секунду. Значит, вот здесь нужно будет прописать свой адрес кошелька. USDT TRC20. Вот баланс вывода. Минимальный вывод отсюда. 5 USDT. Ну, то, ну, курс идет 1 к 1. Это 5 долларов, да? Скажем так. Вот 5 долларов. Набираете минималку и ставим на вывод. Сюда сумму будем прописывать. И вроде как я в чате читала,
что выводка обрабатывается 5 дней. Но, тем не менее, без вложений. Теперь вы прописали адрес, кликнули «Сохранить». Все замечательно. И идем теперь зарабатывать. Зарабатывать все очень просто. Вот здесь у вас будет 10 криптомонет USDT. Кликайте на синюю вкладочку. Страничка загружается. Нет, я не так. Ну ладно, может быть и так. Сейчас посмотрим. Да, ничего страшного. Все. Вот видите, у меня здесь было по нулям. И началось майниться. Вот этих 13 монет моих. У меня было здесь 10. Я не знаю, почему мне стало 13. И вот здесь таймер. 59 минут. Каждый час нужно заходить и забирать свои монеты от меня. За час намайнилось 0.039. Ну, считай, 4 цента без 1 цента. Кликаю сюда. Вот у меня 19. Кликнула. И все. У меня, обратите внимание, стало здесь 23 цента. Вот этих монет USDT. Нужно набрать 5 долларов на вывод. И через 1 час я обратно зайду. Пока денег не требует вкладывать никто. Вот. Как мне сказали, 100% платят без вложений. Ну, не знаю, ребятки. Я вкладывать сюда не собираюсь. Хотя здесь минимальный вклад 10 USDT. Вот. Я это даже не рассматриваю. Если хотите, пожалуйста. Вот, разбирайтесь и вкладывайте. Я ничего. Так, значит, это заработок, это домашняя страничка. Опять. Секунду, пойдемте в чат. Вот у них чат есть. Вот этот. И вот видите, у них такая исправлена. И опять идет. Вот. Посмотрим, надо обновлять. Обязательно присоединяйтесь в чат. Будут у вас вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Вот здесь, смотрите. Так, вот Telegram. Кликаете, вас перебросит. Чат, присоединяйтесь и пишите. Вот, без спама, без ничего. Значит, здесь у нас что еще? Две вкладочки. Ну, что-то вот видите, он какая-то ошибка выпадает. А здесь мои рефералы. Вот. Здесь автомайнинг можно настроить. Я это не... Я вообще вот в эту вкладку не лезу. Вот здесь рефералы. Вот они, два моих реферала. Также вот они работают абсолютно без вложений. Ну и реферальная ссылочка вот она. Хотите работать, работайте. Не хотите, пройдите мимо. Абсолютно без вложений. Видите, какая ерунда происходит. Вот. Здесь все на испанском. Видите, все пишут. Вот. И что-то у них там какие-то неполадки. Ну, ничего страшного. Вот мой баланс. Если я кликну вот сюда на кошелек, у меня на балансе будет также 23 цента. Вот они. Набираю 5 долларов, буду выводить. Кому интересно, заходите. Неинтересно, пройдите мимо. И не забываем заходить ежечасно, каждый час, забирать как бы свой доход, свой майнер. С майнера вот эти копеечки свои. Всем удачи, всем пока!